Романтика восточного Крыма в картинах. Впервые на полуострове проходит персональная выставка московского художника Андрея Киргизова. Его работы представлены в Симферопольском художественном музее. Главная особенность экспозиции в том, что она дает возможность зрителю взглянуть на Крым по-разному. В данном случае это декоративная манера письма автора, который смотрит на полуостров со стороны. Каждая работа здесь уникальна. Между собой переплелись тонкий колорит и смелость цветовых аккордов. Восточный Крым представлен в самых разных видах и оттенках. Вот горы при ярком свете солнца. Здесь его практически не видно. А на этой картине уже поздняя ночь. Он сталкивает вот это массивы гор с массивом неба. Здесь мы видим дорожка Луны. Она абсолютно прямая, но когда мы смотрим на нее, она нам все равно кажется живой. И вот этот вот декоративный красочный язык, вот этот вот новейший неоромантизм, которому он себя причисляет, здесь во всем своем великолепии. Безымянный холм, дорога в горы, одинокая скала. Работы Андрея Киргизова в Крыму выставляются впервые. В этой экспозиции их 34. Полуостров художник знает и любит с самого детства. Но есть на крымской земле особые места, которые не смогли оставить автора равнодушным. По крайней мере, к восточному Крыму он больше всего тяготеет, поскольку он влечет его своей неисхоженностью, своей неиспорченностью еще цивилизации. Вы можете видеть, что в основном работы посвящены именно восточному Крыму, то есть Судаку, Коктебелю, Новому Свету и Казантипу. Романтику восточного Крыма симферопольцы могут увидеть до 31 июня. В дальнейшем, говорят в музее, работами мастера порадуют также жителей Бахчисарая, Севастополя, Керчи и Феодосии. Елена Бережная, Денис Тищенко. Время новостей.